привет! Сегодня уже 9 декабря, позади 2 дня марафона просмотра новогодних фильмов. Я люблю смотреть их в первую половину декабря, потому что потом и так хватает суматохи. Ну, в общем, потом не нужно поддерживать новогоднее настроение, как в самом начале, зарядиться этим и ждать праздника. И я, наконец, хочу рассказать вам о своих самых любимых фильмах, которые тянутся со мной с детства, которые дарят настоящее праздничное настроение. Важный факт. Мы 8 лет живем без телевизора. Как поступили, съехали от родителей, так и все. Соответственно, если мы что-то смотрим, мы это смотрим в интернете. И в декабре в наших буднях нет такого, что можно что-то включить, какую-то коробочку, и там сами собой каналы будут показывать новогодние фильмы. Именно поэтому я с 2011 года в декабре терзала свою память, чтобы вспомнить, что же такого новогоднего можно посмотреть и что показывали по телевизору, когда я была маленькой. Мои самые любимые декабрьские предновогодние фильмы. Это «Бедная Саша», «Збруев» — это что-то. Потом «Сирота Казанская», ее снял Владимир Машков, и «Президент и его внучка». Там играет дочка Михалкова. Это все мной уже пересмотрено в этом году. Еще под Новый год я люблю посмотреть «В джазе только девушки». Раньше его показывали по телевизору именно в этот временной промежуток. «Ширли-мырли». «Гаркалин» тоже нечто. Если вспомню, могу посмотреть мюзиклы, снятые, если не ошибаюсь, в 80-х годах. Это «Буратино», «Мама», «Красная шапочка», в которых играет Басов, Ролан Быков, вот это вот все. «Новогодние приключения Маши и Вити». И, конечно, новогодние советские мультфильмы. Есть отличные сборники на Ютубе, на канале «Союз мультфильм». Включил, и все. Пару лет назад мы решили пересмотреть по списку все новогодние эпизоды самых любимых наших сериалов. «Клиника», «Друзья», вот такого плана. Есть очень много вот именно выписанных серий. Была маленькая техническая пауза. Так вот. Я натыкалась на множество статей, где уже отобраны новогодние эпизоды сериалов зарубежных разных, мультсериалов тоже, поэтому, чтобы не пересматривать все, посмотрите только это. Остались только советские фильмы. Их я смотрю уже 30-31 числа, вот эту советскую классику по типу «Джентльмены удачи», «Приключения Шурика», «Операция И», «Силищ имеет профессию». Это уже когда вот-вот должен наступить Новый год. И специально хочу всунуть свое мнение насчет фильма «Ирония судьбы». Фильм очень плохой. Он про грустных несчастных людей, которые не знают, что делать со своей жизнью, которые не уверены в себе. Этот фильм про предательство, про безрассудство. Мне он, когда я его посмотрела на взрослый сознательный мозг, ужасно не понравился. Для меня загадка, почему такой фильм стал классикой. Игры. Это отдельный пункт. Компьютер у меня появился, наверное, когда мне было лет 8, и за ним я проводила очень много времени. И я помню это ощущение, когда ты уже более-менее взрослый, класс 5-6, и тебе хочется помочь маме подготовить праздничный стол, но так неохота отрываться от компьютера. Конечно же, «Симсы». «Симсы» — это первая игра, в которой я устраивала и устраиваю Новый год. Строить, оформлять жилище, наряжать персонажей. Мне не стыдно, что в 26 лет я все еще могу этим заниматься. Еще игрушка из детства — «Chicken Invaders». Вышло 5 частей, и в каждый год, у каждой части есть дополнительный Christmas Edition, в который я, собственно, и играю на Новый год. Простенькая аркада про куриц в космосе. Две следующие игры стали новогодними уже когда я поступила в универ. Это «Мафия 2» и «Skyrim». Я была настолько поражена атмосферой, графикой и оформлением зимнего города во второй «Мафии», что очень сильно полюбила ее. И мне даже не важно, что там дальше происходило по сюжету, хотя я знаю сюжет. И вот тот момент, когда там начиналось лето, уже все, уже не так круто, как когда там зима. Обожаю. Ну и «Skyrim», понятное дело, тоже зимний. Все, играми, фильмами с вами поделилась. Музыку отдельно не стала записывать. У меня ВКонтакте есть специальный зимний плейлист, который я пощу в паблике. К тому же очень атмосферными могут быть просто какие-то джазовые мелодии, подборок тона на Ютубе. Christmas music и вперед. Тут уже все зависит от личных предпочтений.
А сейчас я буду отбирать фотографии за весь 2019 год для печати в свой фотоальбом. У меня их два. В первом фотоальбоме снимки с 2011 по 2017 год, во втором только 2018. Опять же, очень экономное получилось увлечение, учитывая то, что одного альбома хватает на 5-6 лет. Я увлекаюсь пленочной фотографией и сначала печатала только пленочные снимки, но потом стала печатать и цифровые тоже. Я выбираю самые яркие воспоминания и в большинстве своем те фотографии, которые особо не выставляла в соцсети, чтобы была какая-то уникальность у этого бумажного варианта. И потом можно немного порисовать акварелью, потому что вчера, пока я смотрела «Бедную Сашу», я набросала немножко эскизов лайнером. Thank you.